Одной из целей центра семейного досуга Time Club Smile стало желание его создателей оградить молодых людей от дурных привычек, например, от зависимости алкоголя и курения. Но всегда важно что-то предложить взамен. Целый день в центре проходят мастер-классы и турниры эрудитов, а в специальном маленьком кинотеатре показывают любимые фильмы. Но главная идея состоит в том, что русские и эстонские дети занимаются там вместе, они делятся, как у нас принято, на группы в соответствии с языком. Не секрет, что школа порой дает недостаточно знаний эстонского языка. Отсюда и проблема. Без языка нет общения, а без общения нет языка. Получается замкнутый круг. Создатели центра нашли изящный выход из этой ситуации – создание специальных групп игрового общения. Поскольку программы центра семейного досуга рассчитаны как на русскоязычных, так и на эстонских ребят, тут придерживается лозунга «учение с увлечением», чтобы язык учили, что называется, играючи. У нас будет мини-кинотеатр, вы можете поставить свой фильм или выбрать что-то из нашего ассортимента на высококачественном экране. Будут разные настольные игры, которые нету в ассортименте вообще в Эстонии, нигде они не продаются, мы их в зарубежных стран привозили. Также у нас имеются консольные игры, будут разные по приставкам, игровым турнирам, можно провести, то есть веселое время с ребятами. Будут, значит, конференц-зал небольшой, можете, то есть собраться, поиграть за большой настольной игры или же собраться брать какой-то, ну, как небольшой официальный вечер. Есть в центре досуга и зал современной литературы. Намечены там же и вечера знакомства в игровом формате. Ведь порой молодым людям, говорящим на разных языках, негде познакомиться. Да и сам автор идеи, создатель клуба, человек совсем юный. Так что это, так сказать, инициатива масс. Мы открыты с понедельника по пятницу с 12 до 10 вечера и суббота-воскресенье с 12 до 10 вечера. И в эти дни можете посетить нас, можете посмотреть нас в социальных группах, мы везде есть, Инстаграм, Фейсбук и ВКонтакт. А также можете позвонить в Скайп и узнать всю информацию по Скайпу или же по телефону. Центр досуга запланировал поощрять и детей из малообеспеченных семей, распространяя абсолютно бесплатно дневные билеты в школах и гимназиях. В общем, начинается особый эксперимент, поскольку потрепанное слово «интеграция» вызывает у многих ребят чуть ли не зубную боль. Здесь придумали попробовать интеграцию с улыбкой, внеся слово «смайл» – улыбка даже в название своего нового клуба. Сергей Дыдыкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.